Всем привет! Сегодня суббота, 18 апреля. Мы с Бонитой вышли немножко погулять. Ждем нашего папу. Где-то едет на велике. Автобусы вроде бы ходят каждый час. Ветер опять. Вот мы пришли, тут не было автобуса. Боня меня куда-то тянет все время. Куда-то налево. Налево в кусты. Площадки никого нет. Вообще мало людей. Аллейка пустая. Никого. Никого не видно. Где-нигде. Какие-то чудики вон ходят. Спотыкаются. Наши магазины старенькие. Смотрите на этого питбультерьера. О, мышцы качает. Ох, дрынза. Конечно, на ней ничего не задержится. Базарчик. Это два чудика ищут на свою пятую точку приключений. Хорошая погода, тепло. А гулять нельзя. А, едет наш папашка. Ага. В маске. Молодец. Узнала, Боня, кто там? Кто там? Дядька какой-то. Ой, радуется, радуется. Все, хватит. Хорошего понемножку. Видео по запросу. Кто хотел увидеть озерное. Вот оно, наше озерное. Кстати, приехал такой маленький автобус. Людей меньше ездит сейчас. И пускают такие желтенькие, маленькие, детские. Да, Боник? Вот. Тут горище. Веток не убрали. Кстати, что они тут не убирают? Нифига. За гастрономом мусорка. Базар. Ничего не меняется. Все так же. Да? А нас куда-то тянет все время. Налево. Ой. Боня, ты что, не видишь? О, увидела. Подружку увидела. Нельзя. Нет. Видишь, как она замаскировалась? Все, убежала подружка. Сразу не видела. Так. Курица. Курица, соль, перец с горошком, куркума, паприка. Вот такое масло оливковое. И сейчас туда набульбеним винище. Оно крепкое, такое сладкое. Сейчас попробую. Хорошее такое. Конкретно такое крепучее. Сладенькое. Все. Всю бутылку. Шучу. Там чуть-чуть было. И все, пусть маринуется, запеку в духовке. Ничего необычного. Все как всегда. И будет дуже смачно. Оставлю дома и на работу возьму кусочек. А тут у меня ножки шкварятся, жарятся. Ух, вкусняшка. А это индюк. Разделывала индюка. Боня поела тоже перемороженного мяса сырого. Захотела, я ей дала. И тоже в зелени. Тут разные-разные специи. Немножко уксуса, тоже вино, паприка, куркума, соль, перец. И пока в холодильнике маринуется, тоже буду запекать. Яйца уже покрасила, дедушке отнесла. Пасочки у нас есть. В принципе, все есть. Еще картошку отварить и салат сделать.
Тут у меня на салат помидорки, болгарский перец сладкий, огурчики и лучок. И заправим оливковым маслом. И все, и останется этот бардак весь убрать. Перемыть, поубирать. Все перепечем, отварим. Я своим мужчинкам оставляю, что покушать, и пойду завтра на работу. Приеду, надеюсь, мне что-то останется. Остатки. Так, а это у меня еще куриное филе. Я попросила отделить. И, наверное, сделаю котлетки. Но котлетки не простые, а с капустой. Порежу кубиком филе. Соль, перец, специи. Яйцо. Так. Ложка муки. И сделаю такие котлетки. Будут с куриным филе и с капустой. Для разнообразия. Решила я капусту не добавлять. Просто куриное филе, морковка, лучок, яйца, специи, соль. Там внизу вот морковочка. Вон там, в самом низу. Сейчас это все перемешаю, добавлю немножко муки. И все, налеплю таких котлеток. Получается, как рубленые вот эти котлеты. А, можно еще добавить ложку майонеза. Пару ложек муки, пару ложек майонеза еще сюда. И будет очень вкусно. Такие котлетки получатся. И все, больше ничего готовить не буду, хватит. Ой, вот такие дела. Так, курица у нас, ножки куриные запеклись. Сейчас буду выкладывать на противень саму курицу. Вот так я разложила на большой противень. Сейчас она запечется. Тут у меня уже котлеты. Котлеты, фарш на котлеты, да. Майонез добавила. Вместо муки все-таки добавила пару ложек манки. Сейчас манка немножко дойдет. И все, и будем лепить котлеты. Это буду ставить сейчас в духовку. Все, первая сковородка пошла вперед. Сейчас пережарю и все. И кухню закрываю на замок. Все, котлеты готовы, ноги готовы, курица еще в духовке и останется индюк. Все, у меня эта кухня уже бесит. Все, я уже поубирала, помыла. Кухня чистая, курица еще допекается, кастрюляку супа сварила. Буду отдыхать, готовиться морально и материально. Нет, не материально, физически на работу. Ты пришла ко мне? Сидит в буде на кухне возле меня. Все, на сегодня будем заканчивать нашу готовку, да? Всех поздравляю с праздником Светлой Пасхи. Желаю вам хорошо отпраздновать, чтобы все были здоровы, родные, близкие, друзья. И всего вам самого-самого наилучшего. Всех с Пасхой. Пока-пока.